Инклюзивный кружок «Колорит» в Центральной библиотеке «Видном» продолжает прирастать новыми талантами. Летом в эту дружную музыкальную семью пришли близнецы Артем и Вячеслав Наракшин. А сейчас у коллектива еще один новый певец – Арсений Демин. О «Колорите» мама Арсения узнала случайно от врача-невролога. Уже на первом занятии молодой человек почувствовал себя здесь как дома, а всего месяц репетиций и вовсе сотворил чудеса, признается женщина. Кстати, в коллективе теперь трое Деминых – мама и младший брат, обычный ребенок, тоже поют. Мы живем от вторника до пятницы, от пятницы до вторника. Очень дружный коллектив. Здесь не только мы поем, мы общаемся. Чай пьем, встречаемся, я не знаю, проводим время, очень весело, здорово. Ребенка я вообще не узнала, просто ребенка. Он этим живет, он стал веселее, он общается здесь, потому что у аутистов, у них же не хватает общения, дефицит. У ребят с нарушениями ментального развития особое видение мира, и через песню они передают свои чувства и эмоции. Творчество плюс дружба обычных ребят с особенными – вот основа этого колоритного коллектива. Нравится, конечно же. Хорошие друзья, музыка играет. Тут. В ближайших планах талантливых видновчан покорить международную арену. С 1 по 3 октября они станут участниками инклюзивного фестиваля «Бок о бок», который пройдет в столице Армении – Ереване. Готовимся интенсивно. К сожалению, песен везем мы туда немного, потому что у нас будут два выступления. Обязательно эти песни будут у нас с движениями, не просто песни, это все ребята будут двигаться, будет у нас записан определенный видеоряд. В «Колорите» сейчас занимается около 30 человек, включая как детей, так и их родителей. И здесь всегда рады новым друзьям. Пожалуйста, приходите, все, кто, у кого есть особые дети, может быть, внуки, может быть, соседи. Кто-то увидит эту передачу и скажет, что вот, у меня же есть друг такой особый. Приходите, потому что у нас классно, весело, мы дружим, поем, танцуем. И это уже совершенно какая-то фантастическая история. Екатерина Коваренко, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.